Богатство идет к вам. Как заработать больше? Итак, мои хорошие, посмотрим. Ну, конечно, можно просто больше работать, но это не выход. И карты правильно подсвечивают то, что нужно, скорее всего, все менять. То есть нужна трансформация, потому что больше работы приведет только к истощению сил и энергии. А для того, чтобы больше заработать, нужна уверенность в себе, смена статуса, возможно, смена профессии, смена работы. Да, и тогда вас ждет успех, в том числе и финансовый. То есть задумайтесь над тем, чтобы поменять место работы, профессию, должность, то есть пойдите к начальнику и попросите, чтобы он повысил вас в должности. Но при этом, как и говорят, концентрироваться все-таки на определенных достижениях, на таких как высокая должность, любимое место работы, при этом еще и хорошо оплачиваемое, вот, и так далее. То есть не концентрироваться именно на деньгах, потому что когда вы концентрируетесь именно на деньгах, то вы можете согласиться на то место работы, где будет трудно, где будет вам очень тяжело, и вы все равно долго не выдержите. Поэтому ориентируйтесь именно на такую работу, которая будет и в удовольствии вам, и денег будет приносить много. Подумайте, может быть, стоит пройти обучение, может быть, вообще сменить профессию и получить более современную. Сейчас, в наше время, для того, чтобы поменять профессию, достаточно от 2 до 6 месяцев. Но это минимально. Есть, конечно, обучение, которое длятся там и год, и два. Вот. Но это не то привычное обучение, которое там длится 5-6 лет, по большому счету. Вот. Хотя есть, еще пока есть профессии, где обучение длится действительно несколько лет, но большая часть современных хорошо оплачиваемых профессий – это обучение от 2 до 6 месяцев. Так что подумайте над всеми предложениями, которые я озвучила, и решайтесь на изменения, которые улучшат вашу жизнь и финансовое положение и привлекут к вам богатство. Сейчас такое время, когда многие люди вдруг неожиданно становятся богатыми. И у вас тоже получится.